Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, и мы продолжаем играть в Мастера Достижений. Да, сегодня я буду играть без Вайта, поэтому серия будет очень долгая. Ну, он говорил там в прошлом эпизоде, что у него какая-то там хрень творится с микрофоном, что хреново там работает, но тогда еще нет. А сейчас, когда мы пытались сегодня записать, вообще бред полный был. Не знаю, вообще его слышно не было, и шум такой, как будто, честно, не знаю, как будто у него там в соседней комнате поезда ездят или еще что-то. Ну, в принципе, я думаю, сделаю пару ачивок. Вот я достроил замок с надписью 1000. Это надпись в честь моей первой 1000 подписчиков. Да, всем спасибо, дорогие друзья, что вы остаетесь со мной, что вы меня продолжаете смотреть и что подписываетесь на меня, да. Спустя 2 месяца я набрал мою первую 1000 подписчиков, и все благодаря вам. И еще раз хочу сказать вам большое и огромное спасибо. Да, я надеюсь, что все будет хорошо, что все будет так же качественно, как бы продолжаться. И да, еще раз всем спасибо огромное за первую 1000 подписчиков. Да. И, ну, в принципе, вот, я еще вход забыл достроить, только вот так. Ну, хотя, не знаю, в принципе, может быть и так, но еще потом дострою. Тут я сделал такие небольшие, как бы, парк, можно сказать, деревья там, трава, цветы, да. Тут такой небольшой поселок, я еще его не достроил, тут как бы животные, небольшое такое озеро. Тут Вайт только что фонтан сделал, ну там пару часов назад, и такой небольшой рынок. И так, ну, внутри я не знаю, я там еще не доделал, ну в принципе так, на мини-карте прикольно так выглядит. Тут я еще не доделал, тоже в замке, так, чуть-чуть, немножко. Тут такой, можно сказать, как бы трон. Вот так, да, вот так. Тот же так. Не знаю, ну так как-то. Ну, можно сказать, прикольно, да. И так, все. Вылазим. Ну, второй этаж я как бы, ну, сделал, но там еще ничего нету, как бы, вещей, так, ну, мебели, можно сказать. Тут такая небольшой бар на солнце. Лежаки, загорать. Ладно, так, я не знаю, какую там ачивку. Но я помню, есть одна ачивка сделать ферму свиней. Ух, опять машина, извините. Так, сделать ферму свиней, овец, коров, куриц. Ну, курицы есть, эти тоже есть. Свиньи и коровы. Еще осталось сделать ферму овец, ферму арбуза, ферму тыквы и ферму пшеницы, если я не ошибаюсь. Да. Ну, в принципе, сейчас так, по-быстрому все сделаю. Даже без перемотки буду. Вот так, так, так. Так. Калитку. Сразу тут сделаю загон овец. Вот так, все. Еще сейчас по-быстрому. Очень-очень-очень по-быстрому. Так, сейчас берем вот это. Вода у нас есть. Все, тогда быстренько делаем. Я не знаю, тут делать, не тут делать. Пусть будет тут, короче. Сделаю такую ферму небольшую. Ну, ферму небольшую, да. Так, давай по-быстрому. Так, вот так. Нет, еще тут. А, твою ж. Все, вот так. Сейчас это все копаем. Ферму картошки вроде не нужно, как я помню. И морковки. Тогда. Ща. А вот это и пшеница. Вот тут. Все. Тогда быстренько сажаем пшеницу. Так.
Так, все. Да, в принципе, можно даже и тут доделать, или не знаю, честно, где можно сделать еще одну ферму. В принципе, не знаю. Так сделать как-то тут. Оградить немножко, а тут... Ну, в принципе, да, я тоже так думаю, можно сделать. Упс, вот тут. И так. Такую небольшую фермерку тут... Ну, фермер, какую нафиг фермерку? Ферму сделаем. Фермерку. Так, не знаю. Вот таких пусть будет. Не знаю, сейчас посмотрим. И вот так. Так, и ща. Тут я не знаю, может арбуз посадим. Арбуза много не нужно, я так думаю. Вот, пусть будет вот так. Ща тут еще добавим воды. И все, отлично. Так, думаю, будет прикольно. И тогда еще... Опять так вот тут. Тогда сразу же тут сделаю еще тыквы, да. Так, сейчас еще вот тут. Все. Так, делаем. И вот так. Или это тыквы, это как-то не очень такой обходимый ингредиент, можно сказать. Так, ладно, сделаю вот тут. А тут, думаю, хотя фиг его знает, честно. Вот так пусть будет. А тут еще сделаем опять арбуза. Все, отлично. Ачивка выполнена. Вот, тум-бам. Вы можете там увидеть сверху. Фух, так. Сейчас бы вспомнить, какие там еще ачивки есть. Ну, если я помню, там есть ачивка сделать американские горки, сделать водную горку. Но сейчас я это не буду делать. А опять машина. Так, извините опять. И, не знаю. О, там еще есть ачивка вроде сделать... Опять машина. Так, сделать... Ачивка вроде называется «Белорус». Сделать большое поле, засаженное картошкой. Не, ну в принципе можно, но я, может, там не разбираюсь, что там сейчас в Беларуси творится, ну почему картошка? Я как-то в это не вникал, может, что реально там как-то на картошке помешаны, не знаю. Тогда можно рядом с этим полем... картошки, белорус, как называется он, сделать поле украинец, и как бы огромное поле, огородить его и туда позаспамнить, как бы, свиней, да. Картошка для белоруса и сало для украинца. Ну, в принципе, можно и так. Тогда, я не знаю, где его можно сделать вообще, это поле, но я сделаю где-то там, чтобы оно таки не очень нам мешало, можно сказать. В принципе, я не знаю, ну, пусть будет там где-то вот тут сделаю такое. Но я не знаю, какое это огромное поле, огромное. Так, я не знаю, сколько огромное это. Ну, я, в принципе, где-то в ширину я сделаю, может, так блоков 10, а в, как бы, не знаю, короче, посмотрю, не знаю. Как это я сделаю. Ну и в принципе сейчас я как раз, может, сейчас сделаю, но я нажму на паузу, сделаю и потом сразу же уже покажу сделанным, потому что это, думаю, достаточно-таки долго будет делать это все такое поле засаженное картошки, да. Поэтому я сейчас нажимаю на паузу, потом возобновлю. Все. Ну... Все, мы продолжаем. Так, что-то там пипнуло у меня, не знаю, Windows что-то. Ну ладно, я тут уже построил такое небольшое поле. Я не знаю, думаю, хватит такой размер, не знаю. Ну, думаю, хватит, да. Но если не хватит, напишите там, что вы там считали, больше будет.
Я переделаю, еще сделаю пару полей таких. Ну, в принципе, я думаю, хватит такое небольшое поле, как бы засаженное картошкой. Ну, все, там, пум, бам, еще какие-то там появилась сверху ачивка. И да, вот в этой серии я выполнил две ачивки. И я даже не знаю, какие там есть еще ачивки, которые можно так выполнить очень быстро. А, ну вот. Так. А, ну в принципе и так можно, да. И бум-бам, еще одна ачивка выполнена. Я помню, там вроде вот такая простая ачивка была, там подоить корову. Ну, в принципе, я нашел корову. И да, вот что я еще хотел сказать. Вы, когда пишете ачивки, ну, пишите вообще любые ачивки, на что у вас опять машина, тихо, заколебали. Ну, короче, когда вы пишете ачивки, вообще любые, на какие у вас только хватит фантазии, ну, главное, чтобы были там адекватные, вы пишите под ачивками, выполнять ли их с креативом или выполнять без креатива, как бы без режима этого, ну, гейммода там один креативного режима. Потому что, например, могут там писать люди, там, выполни вот это, вот это, вот это, но не пишут, как их выполнять, с каким, с креативом или без, поэтому мы всегда выполняем с креативом. Если вы там напишите, выполняйте без креатива, мы выполним без. Ну, главное, чтобы это были адекватные ачивки, потому что, если вы, например, там, напишите, постройте замок без креатива, допустим, я этот замок строил сам, вот сегодня мне там Вайт немножко помог вот эти башенки достроить, и там рынок, и фонтан, и еще там что-то. И, например, если бы мы строили этот замок без креатива, то бишь мы бы где-то так серии 20 просто-напросто собирали ресурсы вот на этот весь замок, а потом еще где-то серии так 10 строили, потому что я этот замок действительно строил где-то 2 дня, ну не так 2 дня, там по часа так 2-3 в день, даже не 2, где-то 3 дня. Потому что это действительно, может, не кажется, что тяжело, но это действительно таки достаточно тяжело. Поэтому главное, чтобы ачивки были адекватные, и пишите, какие, в смысле, выполнять ли их с креативом или без креатива, да. Ну, в принципе, все, я уже все сказал, что хотел, сделал 2 или 3 ачивки. И, в принципе, на этом можно заканчивать, серия не такая долгая, потому что, еще раз говорю, сегодня снимаем без Вайта, потому что его нету. Ну, в смысле, он есть, но записывать не может, потому что у него там микрофон, еще раз скажу, херня полная. Поэтому, я думаю, на этом уже можно заканчивать вот эту серию. Пишите новые, адекватные, прикольные ачивки под видео. Видео, да. И всем спасибо за просмотр. Еще раз всем огромное, большущее спасибо за мою первую 1000 подписчиков. И да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.